17 районах Татарстана построят агропромпарки. Об этом сегодня в Доме правительства сообщил глава Минсельхоза Республики. Это нужно для содействия сбыту сельхозпродукции. Первый фермерский агропромпарк откроется в Заинске, сказал Марат Ахметов. До 2500 новорожденных в год на селе. Такую цифру озвучило сегодня Министерство труда и социальной защиты Республики. За последние 26 лет рождаемость в малых населенных пунктах снизилась в два раза. Алексей Песошин подписал постановление о введении новой меры соцподдержки сельских мам. Сегодня 145 лет со дня рождения Федора Шаляпина. Прославленный бас покорял зрителей не только мастерством, но и темпераментом. Уроженец Казани, он прославил ее на весь мир. В столице сегодня вспоминали Шаляпина. В Богоявленском соборе прошло богослужение, у памятника митинг и цветы.